Внимание! Студия говорит Москва. Работают все остальные. Студия Парадис. Дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня самый знаменательный, самый выдающийся день в истории. Этот праздник, на мой взгляд, должна отмечать вся наша страна. Сегодня особенный день, день рождения замечательного, выдающегося человека. Об этом человеке я знаю практически все, и я горжусь им. И его не стыдно поставить в пример. Студия очень надеюсь, что он платит налоги. Я обращаюсь к Серафиму Матрасовичу. Как только услышал фамилию Пупкин, я сразу решил поздравить его первым. Лично. Не думаю, что кто-то взял и осмелился поздравить раньше меня. Студия Парадис. В сортир лучше не заходите. Это уже совсем отдельный разговор. Не буду об этом. Дорогой Серафим, конечно, я поздравляю вас первым, иначе и быть не может. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда обращайтесь. Я, конечно же, всегда помогу, чем смогу. Просите, и дано будет вам. Но я очень надеюсь, что у вас все есть. Желаю вам счастья, здоровья, конечно же, успехов в труде. В вашем нелегком деле. С днем рождения и удачи вам. Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Студия Разумеется, Парадист. За ваш счет. Это необыкновенно красиво, на это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться, за ними придут завтра. А сейчас наслаждайтесь салютом.